Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Приближаются долгожданные выходные, а это значит, что пора планировать, как провести время с пользой и удовольствием. В городе ожидается масса интересных событий. Подробности в ближайшие несколько минут. В музее-галерее «Заварка» в эту субботу пройдет лекция о кино. В центре обсуждения легендарная сказка «Кощей Бессмертный», первые показы которой прошли еще в годы Великой Отечественной войны, но официальная дата премьеры – 9 мая 1945 года. В связи с этим сказочный сюжет органично раскрылся на фоне исторических событий. Исполнитель роли Кощея Георгий Миллер утверждал, что фильм делался как пародия на эпос Фрица Ланга «Нибелунги Зигфрид» 1924 года. С какой целью создатели картины обращались к немецкому кино 20-х годов? Этот и многие другие вопросы разберут на лекции 14 сентября в 16:00. Самарский литературный музей приглашает на творческую мастерскую «Дневник путешествия по усадьбе» в это воскресенье. Гостей ждет небольшая экскурсия по двору дома Толстого. На примере усадьбы с ними поговорят о роли памяти в нашей жизни, а также проведут мастер-класс по созданию личного дневника. Сотрудники музея рекомендуют взять с собой один маленький предмет, который приносит вам счастье, и вы хотите его запомнить. Он пригодится в одной из творческих практик. Начало в 16:00. Семейный квиз «Загадки о загадках» пройдет в детской картинной галерее. К участию принимаются команды от 2 до 4 человек. Можно прийти всей своей дружной семьей или объединиться с другими участниками и попробовать отгадать самые интересные старинные загадки. Все дети получат приятные подарки за участие, а победившая команда – главный приз. 15 сентября в 11:00. Театр «Камерная сцена» открывает новый театральный сезон. 15 сентября состоится спектакль «Страдания юного Вертера». В постановке театра Вертер – художник, которого не понимают, но он и сам не понимает многого. Например, почему его возлюбленная выходит замуж не за него, а за успешного молодого человека. В спектакле раскрывается тема истинных и ложных ценностей и проблемы жизненного выбора. 21 сентября зрители ждут на постановку «Евгения» о любви юной девушки и молодого графа. 22 сентября на сцене любимый публикой спектакль «А у нас во дворе». Он рассказывает о жителях дома, предназначенного под снос. О том, как меняется поколение, но не утрачивается оптимизм. Жанр обозначен как спектакль-концерт. Артисты исполнят множество известных песен 60-х-80-х годов. Начало спектакля в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.